Всем привет! С вами Диана Сагеева, и сегодня я расскажу об открытии Гуанчжоу Fringe Festival. Dear friends, welcome to Gwangju Fringe Festival. 여러분 안녕하세요. 광주 프린지 페스티벌 시작합니다. Гуанчжоу – это город искусств, и теперь все лето вас будет радовать неформальный фестиваль «Смеющаяся Азия». К нам в Гуанчжоу приехали артисты разных жанров, разных культур, из разных стран. Япония, Сингапур, Малайзия, Филиппины. Я устану перечислять все страны, откуда приехали артисты. Просто приходите к нам на фестиваль в Гуанчжоу. Я посмотрела этот танец от начала и до конца, и теперь могу сказать вам его значение. Почему такой грустный танец под такую трагическую музыку был включен в программу открытия фестиваля? Дело в том, что история Гуанчжоу замешана на крови. 18 мая 1980 года солдаты под руководством генерала Чундухвана напали на безоружное население. Было убито много людей. Зато гуанчжоуцы отстояли демократию в стране. Благодаря гуанчжоуцам и есть демократия. Yes!
теперь признавайтесь, кто из вас хотел бы поехать в Кванджу и пожать руку этой живой статуи, так как это сделала я? Приезжайте в Кванджу. И вообще, я поражаюсь выносливости всех этих людей, всех артистов, потому что они стояли здесь с утра и до самого вечера, до закрытия. Конечно же, люди приходят на Кванджу Fringe Festival не только ради выступления артистов. Здесь вы можете также поучаствовать в разных мастер-классах. Вы можете вылепить себе что-то из глины. Вы можете приобрести для себя какие-то милые безделушки и сувениры. А еще можно примерить разные платьишки. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем удачи. Пока-пока. Thank you.
We live now in Chun'an, but we both come from America. Yeah, America. We are here to teach English. Yeah. I've been in Korea for almost 2 years. She's been here for almost two months. So we're having a good time. Yeah. Korea's pretty great. Yeah. Like it a lot. Okay. It's good. We love the Fringe Festival. It's so good. So cool. Oh my gosh. Very good. Yeah, yeah. Well,